Привет, меня зовут Рэй, и, соответственно, мы сегодня продолжаем проходить Little Nightmares 2 и убегаем от какого-то чокнутого чувака, который стреляет. Отлично. Не попал, но было близко. Я понял, что нам надо прятаться за коробками. Он попал? Подожди, я же... Чисто потому, что доля секунды, я не успел. И из-за этого так все произошло? Это как-то смешно даже. Нет. Не стой на моем пути. Я понял. Бегом. В смысле? Как это происходит? Я так понимаю, что надо, короче, прятаться прям до конца, вообще до самого. Он специально в забор первый предупредительный выносит. А что за дерево, не варит прятаться? А кто он такой? Почему у него мешок на голове? Не толкайся. А, типа он нас не найдет. Или это передышка такая? Ну ты давай как-то это, определись. А, отлично, он идет дальше. Он с ружьем, так нечестно, ты посмотри, он вообще по сравнению с нами огромный, так он еще и с ружьем. Он думает, это честно? Че ты на меня смотришь? Че, мы вдвоем все равно ничего не сделаем? В смысле? Я так понимаю, нам дальше нужно идти, как-то типа его обойти. Да нету меня здесь. Ну нету меня здесь, ну что ты начинаешь? Что за приколы? Как я должен пройти? Мне нечего даже кинуть ему. Как он меня заметил? Как? Как? Просто как? 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 Объясни мне как. Куда ты пошел? Стой на месте. Сейчас только не хватало, чтобы он обернулся резко. За что? Ну хватит. Опять с этих птичек начинаем. Да в смысле, как ты? Я не знаю, как это произошло. Просто не знаю, как это произошло. Давай, птичка, улетай. Ну? Почему на ту птичку он не обращает внимания? Что-то я не понял. Мне кажется, что все-таки надо идти не снизу, а там... В
Мысли, как ты меня заметил-то? Что происходит? Почему так? Ладно. С этой стороны точно не вариант идти, ладно. То есть мы подходим почти к нему. Ждем, когда испугается птичка, и заходим за его спину. Варик спрятался за камнем. Варик. Просто есть ощущение, что нужно идти сверху там. Ну, типа тут. Ну давай, давай, поворачивай свой фонарик. Я как бы ничего не вижу. Короче, походу не варик там проходить. Или я слишком низко ушел, подожди, я не вижу. Я вообще себя не вижу. Я потерялся в этой траве. А, все, вижу. Дай-ка загляну вперед. Вообще надо по самому углу, по самой траве, по-моему, пройти. Просто вот он смотрит сюда. Сейчас он еще раз сюда посмотрит, начнет смотреть тот угол, и мы быстренько туда сиганем. Смотри, он смотрит сюда. Смотри сюда, мешок ты. Шляпы. Мешок шляпный. Погнали. У нас четкий тайминг, мы должны успеть. Он сейчас опять будет поворачивать сюда. Я успел? Я успел, но не успел. Ты видел? Ну как так? Тихо. Сейчас пройдем. Да никого ты не видел, тебе показалось. Жалко, что еще нельзя. А подожди, а нельзя пробежать? Он сразу обнаружит, типа? Если просто вперед него бежать. Ага, все, понял. Это не варик, бежать не варик. Окей, погнали. Птичка, давай взлетай. Интересно, ведь по идее должен быть какой-то четкий тайминг, как можно пройти достаточно непроблемно. То есть в теории, вот он смотрит, мы сразу подходим к самому краю. Да ну нет, поверху не пройти, как по мне. Единственное, что может быть, можно спрятаться от выстрела где-то. Вроде как поверху не пройти никак. В принципе, у нее есть тайминг выстрела. И в теории мы можем максимально пройти. Ну, тут вот снизу, когда он сейчас палить будет. Вот так вот аккуратненько. И сейчас, в принципе, сразу надо бежать. Да. Это сработало. Отлично. Эй, ты хватит там стрелять. Я понял, короче, там просто тайминг того, что типа потом надо было просто быстро бегать. Очень быстро бегать.
Все стало сразу мне понятно, сразу мы дальше как-то пошли удобненько, все замечательно, поехали. Я даже возможность дала, чтобы так чуть-чуть можно погромче сделать буквально, чтобы как-то сохранить. И куда мы вышли? Что там? Типа он ушел? Он уже ушел? Я не хочу никого ждать, мы торопимся с прохождением. Чего? Как ты себе это представляешь? А, типа можно заглянуть вниз. И чё? Я не вижу варианта так классно пробраться, кроме как разбежаться и прыгнуть. Стоило просто попробовать. Я проверил, реально пройдет это, не пройдет такой вариант. Подожди-ка. Я не специально, это случайно вышло, я хотел зацепиться за край. Подожди-ка. Понятно. Допустим, ну как это сделаю я? А, типа он ловить будет, что ли? Модно, модно. Слушай, прям, ну да. Открытая клетка? Зачем она? А мне кажется, ли там в клетке что-то есть? Давай посмотрим. Да цепляйся. А, ты забираться просто можешь. Прикольно. Не факт, что нам вообще сюда надо, но... Ну, вполне может быть, что надо. Где ты там? Эй! Ну, тоже варик. И... А ты не хочешь, типа, взять шляпку у него? А переключиться как-то между вами можно? Эйпс. Шапочку возьми. Не хочешь? Во! Я же говорю. Надевайте собранные головные уборы в меню паузы. Паузы, головные уборы. Прикольно, все, у меня наконец-то новая шапочка. Ничего не видно. Камера. Там кто-то есть. Тебе говорю. Опять бегом вот это все. Все, я не успел. А что, мне новая шапочка не спасет, что ли? Ладно, еще разочек, погнали. Спи. Телек, ты за что? Все. Идеально. Спи. А, жесть. Я не успел.
Успел. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, сидим и не рыпаемся. Я так понимаю, что нам теперь надо плыть аккуратно. Косяк. Ужас. Ну давай. Да в смысле? Я сказал, в смысле, понятно почему? Понятно, все ясно, все стало ясно мне. Мы сидим и ждем здесь ровно. Вот он сюда посмотрел, мы такие раз и поплыли. Потому что он как раз уберет. Раз и заплыли. Раз. Хитро, с твоей стороны, хитро. Да идем, что ты стоишь-то? Может, я не хочу поверху идти. Ну, давай. Давай, уходи, дед, с пушкой. Все, погнали. Пароны, конечно, так нас палят жестко. Как он попал за коробку? Он же не должен попадать, если коробка рядом. Ладно, я понял. Идем. Идем, идем. Я понял, как только нас палит, мы сразу деру даем. И забегаем. Отлично. Ну давай, 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 давай. Неплохо, неплохо. Вот это оглушило. А можно посмотреть, что с ним стало? Или типа ему ничего не стало? Зачем они заряженное оружие хранят? Можно посмотреть, что с ним стало? Или нам туда не выйти теперь? Ну ладно, печально. Я не думаю, что он там типа все сделал. Погнали, 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 погнали. Чё? А, надо было, я понял, короче, надо было эту дверь подвинуть, на ней плыть. Прям как в Титанике. Плывем на половинке двери.
Неплохое путешествие, я, судя по всему, думаю, нас ожидает. Далеко плыть будем? Я думал, мы тонем. Это он просто там руками балуется. Явно нас куда-то принесет. Пока что можно расслабиться. Отдохнуть, перевести дух, пересесть поудобнее. Как-то классно так пересесть, чтобы было прям хорошо. Меня этот звук как-то немножко не устраивает. Да. Я подумал, что корабль вот вдалеке. Мы так типа только пролог прошли или что? Оу. Там целый город такой. Выглядит опасно, он еще вон с моей наклонены так. Как будто сейчас упадет. Но если они упадут, то такая волна будет, но что нам мало не покажется. Приплыли. Приплыли мы. Погнали, посмотрим, что нас ждет на этом берегу. О, еще один чубрик. Или меня ключит. Эй. Что это было? Мы типа какой-то акт прошли или что это? Да ну нет, целый город из этой вот этой штуки. О-о-о-о. Что-то мне это не нравится. Где все? Можно спросить, почему тут одежда, но ничего нет. А я что, не могу допрыгнуть? Мешает одежда забраться? Зачем все подвязаны на веревках? Ты должен мне помочь, эй, эй, эй. Тут все ясно стало мне сразу. Я должен так разогнаться, прыгнуть, ухватиться. Раскачаться и, видимо, телек сбить. Ну давай. Оу. Офигенно прыгнул, просто класс, супер, да? Обращайся, если нужно четко прыгнуть прям так, чтобы разбиться, это прям я, это я могу. Да ну... Не, ну я говорил, что я профессионально падаю вниз. В принципе, как бы я просто подтвердил свою профессиональность тут. Не абсолютно никаких...
Видишь, два раза четко упал из два из двух. Как бы это было круто. Опять телек толкать. А друга оставил внизу. А так было нельзя. И появляется вопрос, куда нам надо? Давай раскачаемся, проверим. Ну, судя по всему, вперед как-то надо прыгнуть, но как? Да ну нет. Интересно, может, мне надо было там того пацана просто поднять, чтобы он мне помог? Как бы, типа, это было бы довольно, мне кажется, удобнее. Я могу раскачаться в другую сторону? Нет, нифига. То есть, технически я просто должен офигенно классно раскачаться, чтобы долететь. Судя по всему, вперед. Вот и да. Но я просто больше не вижу места, куда можно еще долететь. А, отлично, наконец-то. Телек надо сбросить. Добро пожаловать на лифт. Это было неплохо. Не, ну ладно, это головоломка прикольная, мне нравится. Я так понимаю, что он мне сейчас поможет просто перепрыгнуть. Не помог. Полетели. А, надо прям с конца прыгнуть, чтобы прям точно долететь. Знаешь, вот эти вот антураж, это прям из ужастиков каких-то. То есть, вот, когда тебе снятся кошмары, что ты домой не можешь попасть, лестницы нет, еще что-нибудь подобное. Вот, вот в этом все характере сделано. Почему здесь костюмы без одежды? Там что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И как это? Как с этим бороться? Можно это как-то отключить? Что происходит? Телепорты. Или это типа степень прохождения, как раз таки, то что надо до этой двери дойти до конца. Беги, Форест, беги. Ой, кажется, нам плохо стало. Ну что ж, могу сказать, это, по-моему, отличный момент для того, чтобы остановиться, сделать паузу и отдохнуть. А, тебе большое спасибо за присутствие, за просмотр. Ставь лайк, пиши комментарий. Возможно, дизлайк, я не знаю. Вступай в группу в Discord, ВКонтакте, Инстаграме и в Телеграме. И, конечно же, подписывайся и следи за продолжением. Пока-пока, удачи!